Я приглашаю на сцену Владислава Бермуду, проект «Стадион Гуру». Друзья, всем привет, привет, привет! Поаплодируем себе в первую очередь. Отлично. Друзья, у меня спич в первую очередь эксперимент, и мне уже нужна очень сильно ваша вовлеченность. Поднимите руку, кто считает, что инвестиции в знания – это инвестиции в будущее вас и ваших близких. Поднимите руку. Отлично. А кто считает, что онлайн-образование – это сейчас тренд, который сильно развивается? Поднимите руку. Супер. Два года назад я участвовал в инвестиционном конкурсе и поднял 6 миллионов рублей и создал международную площадку образовательную, где представлены эксперты со всего мира, из 4 стран. Я заключил контракты с Microsoft, Sony, Disney. Но на рынок онлайн-образования я не пошел. Я пошел на рынок маркетинга и сделал первую в России компанию, которая объединила потребительский рынок и онлайн-образование. Что я стал делать? Я стал людям возвращать деньги, потраченные на что угодно, на обучение для всей семьи по всей стране. И сейчас мы посмотрим, как я это сделал. Можно ролик? Проект, благодаря которому все деньги за покупку можно вернуть на обучение экспертов из 4 стран. Stadion.guru. Это платформа, где собраны курсы от ведущих специалистов Sony, Disney, Microsoft и многих других компаний. Человек, купивший в магазине абсолютно любой товар, может зайти на сайт, активировать полученный код при покупке и получить все деньги на свой кошелек в системе. Дальше он сам выбирает понравившиеся ему курсы и тренинги с площадки. Со Stadion.guru уже сотрудничают такие крупнейшие компании, как Cotrex, Энергомашбанк, Кардиат, Тетра. Эта система продает сама себя. Какой бы производитель, ресторан или магазин не хотел иметь у себя подобную акцию, вернем все деньги на обучение. Абсолютно любой бизнес может участвовать. Бумага, обувь, ресторан, салон красоты, массаж и другие. Возможность вернуть деньги, способ вызвать вау-эффект и повысить продажи. Основатели Stadion.guru уже окупили вложенные в платформу 6 миллионов рублей. Поэтому основная цель сейчас – дать каждому человеку возможность получать знания бесплатно и инструмент создания дохода. Основатель проекта, эксперт по кросс-маркетингу номер один в России – Владислав Бермуда. Спасибо, друзья. Как вам ролик? Поаплодируйте, если понравился. Поднимите руку, кому откликается тема возврата денег на все, что угодно, на образование для всей семьи. Отлично. Теперь смотрите, что мы сделали. Как вы понимаете, за счет того, что мы заключили контракты с различными экспертами в сфере бизнес, красота, юриспруденция, искусство, все что угодно, мы получили этот продукт. Я произвел российский продукт и озвучил и произвел западный продукт. И таким образом мне сейчас это ничего не стоит. Я прихожу к производителю и говорю: смотри, ты продаешь хлеб. Давай сделаем так, если человек купил не одну буханку хлеба, а две буханки хлеба, он получил все деньги на образование. То есть мы генерируем коды и продаем оптом производителям коды. Например, там за 50 копеек код на 500 рублей. А производители, ритейлеры используют это как маркетинговый инструмент повышения продаж и стимуляции возврата клиента. Потому что когда ребенок прибежит к папе и скажет: папа, я хочу учить английский дальше, дай 1000 рублей на площадке, папа ему ответит, скажет: хорошо, сынок, но я пойду еще хлеба куплю, чтобы как раз оплатить. То есть, по сути, мы привязали потребительский рынок и онлайн-образование. Смотрите, как можно использовать эти коды? Первое – маркетинговый инструмент. Второе – корпоративный подарок. Вы можете подарить своим друзьям, коллегам обучение от западных и российских экспертов. Третье – интеллектуальный подарок для близких. Сами можете учиться и можете перепродавать, потому что вам это достанется очень дешево. А еще более того, что мы сейчас еще внедрили систему монетизации, то есть у нас люди покупают лицензии по 30 тысяч рублей, чтобы иметь возможность полностью заниматься этим бизнесом. То есть это еще один такой огромный рынок монетизации. Потому что я создал продукт, который действительно нужен производителям, дистрибьюторам, ритейлерам, просто ресторанам. И мы его уже внедрили. На площадке обучились уже больше 30 тысяч человек. При этом мы делаем социально значимое дело. Мы обучаем людей по всей стране, просто привязав ко всем потребительским товарам
отличный ресурс, который будет дальше развиваться. Спасибо, с вами был Владислав Бермуда. Спасибо большое. Ну, вы достаточно оперативно все уложились. Спасибо, что вы остались здесь для того, чтобы послушать проекты. Проекты все очень интересные. Я хочу пригласить жюри, чтобы вы дали свою обратную связь. И, пожалуйста, выходите на сцену. Вот с точки зрения бизнес-модели, я бы хотел на самом деле отметить все-таки последний проект, который называется «Стадион», да, помаши. Да, «Стадион», почему? Потому что оригинальность бизнес-модели – это, в общем, конечно, в определенном смысле дифференциатор для проекта. Я должен сказать, что именно вот к той редакции, в котором сегодня этот проект существует, у меня лично возникает очень много вопросов, но я думаю, что ее можно настраивать, перестраивать, так сказать, уточнять, считать экономику более внимательно, оптимизировать и делать много чего можно с идеей, если эта идея есть и действительно оригинальна. С нашей точки зрения, сегодня самая оригинальная бизнес-модель состояла, конечно, в том, чтобы бесплатно получить что-то в обмен на как бы те деньги, которые люди все равно тратят. Вот, наверное, я бы хотел отметить проект вот по этому признаку. Ну все, спасибо вам большое, спасибо ребятам, спасибо жюри и спасибо большое правительству Москвы за это замечательное мероприятие.